сегодня на лыжах. Вот такой вот. Такая лыжня грязная, вообще реально. Очень нечищенная, очень невидимо. Срезали ветки свои. Ну и ветки пробили. Тут еще чистые более-менее, а вот там... По стороне вообще грязные. И теперь везде. Тут редкие места, которые чистые такие. Так что до снега не советую сюда ходить. Снега было в этом году мало. Поэтому там, снежной покров снега очень тонкий. Когда чистят лыжню, делают ее, то поднимает этот слой. Мох, ветки. Он дробится. Вскакивает на лыжню. Лыжня серая просто. Местами ехать невозможно. Эта неделя была намного лучше. Тоже были такие серенькие места, но их было меньше. Так, и закончилась полярная ночь. В наших краях, в наших широтах. Что-то я набегался, язык заплетается. Ух. Хотя прошел всего 15 километров. Сейчас отдыхаю. Здесь такое место, здесь машины слышно. Я жду, когда, короче, ничего не положили. Марафонскую лыжню. Там какой-то лыжник бежит. Когда проложат. Здесь такое место, мне очень нравится. Ручьи. Видно, ручей текет. Я думаю, даже из него можно попить. Да, язык у меня что-то вообще не ворочается сегодня. И так-то дикция какая, тут еще вообще не ворочается. И такое вот местечко, столик. Можно посидеть, водички попить, костерчик разжечь. Ну, костра не знаю, здесь всяк, уже сушняк весь подергали. Ну, просто посидеть, отдохнуть. Лавочка. Даже мангал, смотрите. Или как это называется? Так, не мангал, а решетка. Красивая плата. Вот эта лыжня чистая, хорошая. Вот по такой лыжне бегать хорошо здесь. Люди не бегают. Если вокруг, там где официально, там она серая вся, грязная. Здесь такая чистенькая. Ладно, пускай пройдет, мужик. Погода сегодня минус 5. Ну, это обычная погода. Хотя до февраля может где-то, может, на градуса. 5, может, 3, ниже обычного. Ну, январских морозов не было в этом году. Красиво. Солнце. Вот я не понимаю, зачем эта штука стоит. Что это вообще такое? Фонарь может быть, я не знаю. Что это? Приблизим. Зачем это? Что это такое? Руки мыть? Не знаю. Хотя, может быть, реально руки мыть. Это моя такая догадка. Сегодня больше не побегу. Сейчас домой еду. Потому что, как я говорил, уже лыжня грязная, накат плохой. Да и лыжи царапать каждый раз. Тоже не очень хочется. Вот когда продолжит марафонскую, можно будет тогда вдоволь покататься. Кто-то проходил все эти слезы чьи-то. Видел. Ну, это человек, конечно, прошел, но тут я видел звериный где-то следы, когда разгал тут путь. Что такое у меня с языком? Вообще язык. Я вообще только разговаривать. Постоянное умолчание. Ох. Как красиво. Ладно, сегодня хватит.